сегодня едем в аквапарк. Не ожидает меня увидеть. Посмотрим на его реакцию. Моя мама кринж. Это мой папа Виктор. Не утром. Ну, Лиза, контент страдает. Куда ты, Вова? Стой на угол. Салон красоты Алина. Скажи еще раз, это сейчас я настрою. Ты Моню будешь снимать? Ну, сейчас начинаю. Everybody, hello, я улетаю в Омск, улетаю в Весенний. Я провожаю тебя. Ну все, пойдемте со мной смотреть влог. Я снимаю! Да ты вообще не снимаешь. Я снимаю. Начинающий влог. Вот так? Ты потом монтировать приедешь просто в пол лица. Монтируй, монтируй! Я вообще в душе не представляю, как вести эти влоги. Просто снимай, что я вот иду. Я буду скучать. Я не люблю уезжать никуда без Сени. А, я думал, что ты орёшь. У меня вообще-то тут подписчики. Я не знаю, получится этот влог или нет, но я приняла для себя решение. Если боишься обосраться, обосрись как можно раньше, а потом сделай лучше. Как вы видите, у меня случился апгрейд. Я сняла шапку, расстегнула куртку и сдала чемодан. Идем на посадку. А еще я очень переживаю, что я снимаю себя либо на пол головы, либо вообще у меня где-то телефон в космосе. Вот в этом кафе несколько месяцев назад я забыла варежки. Потеряла их, мои любимые варежки. До посадки 5 минут, я вроде успеваю. Сейчас только говорили, типа, номер рейса там и так далее. Я такая, о, это я. Омск — это Сибирь. Ориентация, я хочу, чтобы ты верил, я хочу, чтобы ты плакал. Я прилетела. Родители пока на моей квартире в Омске. Сегодня тусуем здесь, едем в аквапарк, а потом уже в Омскую область, поселок Сербецкое, в наш дом. У-у-у. Стою, жду папу. Холодно. А, у меня просто ключей от домофона нету. Домофон у нас не работает, а ключи я забыла. Жду папу. Все, приготовлю ему сюрприз. Он типа не ожидает меня увидеть. Посмотрим на его реакцию. Прошло 13 секунд ожидания, и мне уже надоел этот пранк. Пап! О! Пранк! Знакомьтесь, это мой папа Виктор. Это не проснулся. А, еще не умылся там даже, да? Он, кстати, блогер. Я приехала, чтобы создать ему лайк. Это я снимаю влог. Обзор. Подъезд тур. Че, мама спит еще? Мама, тут вообще будет истерика. Я ресницы не накрасила. Я всегда, когда говорю, я типа, давай снимемся видосик, она такая, я не накрашена. А она красит только ресницы. Подсъемы. Можно тебя? Нет. Это моя мама. Мам, давай твою короночку. Почему тебе нельзя снимать? Потому что... Накрашена. Не накрашена. А красишь ты только что? Что ты красишь? Алина. Короче, пацаны и пацанессы, я сейчас буду спать, потому что в Москве сейчас 3 часа, 4 утра, а здесь 7. А я поспала в самолете только 3 часа. Все, переход. Доброе утро. Мы проснулись. Good morning. Привет. Ты в моем влоге. Клип. Дорогой клип. Ну что, мы трансгрессировали, у меня случился апгрейд. Мы приехали в аквапарк. Не знаю, буду я что-то вам снимать или нет. Возможно, нет, потому что я переживаю за свой телефон. Я не придумала, какой будет переход моего перевоплощения, поэтому просто... О, привет! Мама набудила подставу! Заболтала меня! И такой вот неждачник! Смотрите!
Как тебе? Нормально. Походу проглотил, смотри. Папа откусил вилку. Я просто Цезарь салат так сильно люблю. Салатик? Нет. Что, стой. Вилка жует. Тут есть термальные источники. Это типа все на улице? В горячей воде. Чем вам не Дубай? Но не Дубай. Пальни просто не хватает. Ну что, все, я вам показала и пошла обратно. По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Hello, guys. Мы едим. Ну что, программа максимум выполнена. В аквапарк съездили, а пару в ресторане покушали. Можно и в почивальню. Мам, давай. Должен же быть кто-то адекватный. Сейчас будешь мерить новый шмот. Я когда эту футболку маме скинула, она спрашивает, вот как переводится Hilfiger. Она говорит, ты знаешь? Я говорю, мам, это бренд. Я просто спрашиваю, я не говорила, ты знаешь, ты спросила, как переводится, откуда я знаю. Не шарит за бренды. Моя мама кринж. Кринж-садик в этой футболке. Ну, пойдешь гонять про нас. Ну-ка, пройдись оттуда. Сделай такую проходку, как пока зимой. Давай. Супер. Он не хочет снимать эту футболку, посмотрите. Просто померим. Просто померим, потом оденешь. Ну, Адидас, Сеня, Адидас. Давай померим. Как Сеня. И проходочка. Не ругай! Не ругайся. Ты же добрый папа. Что тебе понравилось? Угу. Вещи классные? Мне больше понравилась зайчиком футболка, джинсы и кофе. Доброе утро, мои родные люди! Время, часть дня, я только проснулась. Могу себе позволить, я почти двое суток не спала из-за перелетов. Ты читала мою телегу вчера про комментарии? Я выставила с папой фотографию из аквапарка. На что мне начали люди писать, типа, как так, ты в аквапарке перед папой стоишь в купальнике? Я думаю, помогите людям, пожалуйста. Я иду к сестренке, к двоюродной сестренке в гости, у нее там парень в гостях. Нарушу их любовную идиллию, так сказать. Это мой кот Тимошка. Ну как Тимошка? Я когда принесла домой этого кота, 18 лет, а я сказала, ну я сказала, что это кот. А потом он что-то забеременел. Как же тут дом хорошо. Моя любимая собака. Это моя сестра Лия. Привет. Это моя сестра Лиза. Ратмир пришел? А контент я когда буду делать с ним? Почему он задерживается? Мне нужен контент. Я ему сказала, что он к 6. К 6? Да. Я вообще-то планировала всем показать твоего парня. Какой к 6? Ты уже показывал. Так во влоге на ютубе еще никто не видел. Ты влог снимаешь? Да, как ты поняла? Потому что я горизонтально держу телефон. Скажи, чтобы он шел быстрее. Мне нужно... А как у тебя канал называется? Канал Абрикоса. У него дела. Ну, пускай быстрее дела решит. Ну, Лиза, контент страдает. Мы сейчас будем что делать? Волосы резать. Салон красоты Алина. Был же Людмила. Вкусно пахнет. Там раньше был кондиционер для волос. Я нажала на него, он засветился. Сними. Он от нажатия светится. Так, нам нужен был другой эффект. Прикольно. Честно? Ну, сколько в прошлый раз. Что-то в этот раз не очень получилось, да? Ну и ничего страшного. Не, ребят, если честно, я стригу нормально. Если бы в предыдущие разы я бы стригла плохо, Лиза бы в этот раз меня не попросила. Я Андрикоса. Это давай поженимся. Добрый день. Это парень моей сестры. Всем привет. Его зовут Ратмир. Вот эти вот люди прекрасные, они были влюблены в друг друга с 5 класса. Но они не могли вот додуматься,
чтобы быть вместе. И вот в 10 классе тетя Алина... Что он бежит? Я как сваха их свела. Я сделала все, что в моих силах, чтобы эти два любящих сердца были вместе. А сколько вы уже встречаетесь? Полгода же? Будет 14 марта. Будет полгода 14. И я создала эту семью, которая уже полгода. Ну все. Все, заканчиваем. Я устала вести влог. День 4. Единственное, что за сегодняшний день я вам покажу, это мы опять у бабушки, она приготовила любимые печеньки. Обзор. Это мой двоюродный брат. Мы с ним в детстве ругались и закачели. Помнишь, ты мне плечо укусила до крови? У меня я не помню. Я помню. Бабушка помню. Это бегает в ограде, бегает, я Сережа качель стоит. Я говорю, о, Алина идет, он летит на спине. Сел, все, он же качается. А еще мы с Сережей ругались из-за... Тишина! Еще мы... Да ёпрсупай! Какие вы шумные! Я тут пытаюсь людям мысль донести. Еще мы сделали, да? Пока. Еще мы в детстве с Сережей ругались... Братья, почему все любят друг друга? Мы ругались с Сережей, потому что он из-за бабушки Нины. У него была бабушка, а у меня прабабушка. А мы думали, что мы про одного человека говорим. Мы там чуть не передрались. Как жизнь? Лучше всех. А, пожелай что-то моим подписчикам. Здоровья, здоровья. И еще раз здоровья. Это моя подружка детства. Она очень вкусно пахнет. Пахнет, как будто я вернулась в свои 18 лет, в 11 класс. Старуха работает уже с 8 до 6. А я блогер. Я снимаю! Я повзрослела, потому что я белые носки ношу. Они со страусами. Это вообще-то фламинго. А, блин, прости. Тогда это все меняет. История. Значит, нам в столовой давали кашу с яйцами. Ну, все нормальные люди не ели эти яйца. А Алина решила, что их нужно взять с собой в портфель. После этого у нас было мероприятие. Мы все пошли там выступать, все дела. А Алина положила свой рюкзак на солнце. Сколько было, не знаю, час, да? Часа два. Да, часа два рюкзак лежал. Яйца протухли. С яйцами на солнышке. Просто вонище начали. И воняли на весь актовый зал. Все думали, что же это. Но мы-то с Полиной сразу поняли, что это откосовое. Человек беспокоился о яйцах. Супер познавательный влог подходит к концу, потому что сегодня я улетаю. Время 3:00 ночи, и я выезжаю в аэропорт, возвращаюсь в Москву. Happy New Year! Единственное, о чем я сейчас мечтаю, это прилететь в Москву. Хотела бы я как-то классно завершить влог. Что? Просто скажу вам, что я приехала, вернулась в Москву. Сейчас буду целовать, обнимать Сенечку. А еще я очень хочу спать. Я очень злая. Поехали. Так, а на каком этаже живу? А не подглядывайте. Я уже не соображаю. Мне нужно срочно выспаться и Сенечку обнять. Так, ну все, всем пока. Para com tim, 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 tim. E passou tudo as palmas. Só vizinhos pra cima, só pra cima. Ariaraio. Opa, opa, opa. Manhã, nhã, nhã.